Сразу после встречи белорусский лидер провел совещание по вопросам сотрудничества с КНР. Александр Лукашенко придает важное значение развитию межрегиональных связей двух стран. В настоящее время между Белоруссией и Китаем реализуется более 20 инвестиционных проектов по таким направлениям, как энергетика, строительство, транспортная инфраструктура. Однако в процессе работы выявились некоторые проблемы, которые необходимо решать. Честно скажу, пока нам не удается добиться полноценного взаимодействия даже с отдельными провинциями, хотя это прямая задача губернаторов. Больше скажу, если мы не выйдем на прямое сотрудничество регион с регионом, мы не добьемся тех целей, которые мы ставим в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина состоится межрегиональный форум. Будут присутствовать 8 китайских провинций, более 50% их вкладов в ВВП Китая. Представляете, какая это махина, 8 регионов. И задача губернаторов – выйти на прямые контакты и контракты с этими регионами. Вам придется непосредственно заниматься внешнеторговой деятельностью с этими регионами. Подробности встречи президента Беларуси с делегацией Китайской Народной Республики в 9 вечера в «Панораме».